Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Идея Сита, жертвоприношения. 1998 год, бумага, краски, панно, 218 на 178. Любознательность, внимание и интерес к другим культурам отличает японцев. Это произведение суммирует впечатление от Индонезии, где Идея Сита удалось побывать и поработать. Буддизм на Бали – живая традиция. В стране сохранились уникальные памятники, а красочные религиозные ритуалы не могут не восхищать. Изящно скомпонованные и условно, но с виртуальной убедительностью прописанные рельефы помещены за спиной юной жительницы острова. Сон буддийских божеств возникает как облако, как золотистый янтарный мираж. Их коснулась неумолимая рука времени. Юная красавица, будто парящая над землей, одета в нарядный яркий костюм для ритуального танца и головной убор, украшенный белыми цветами. В ее руках коробочка для подношений, а у ног не трон из лотоса, как у буддийского божества, а белые цветы лотоса. Вот такое описание к работе жертвоприношения Идея Сита я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.